Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это «Омск здесь». Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. В ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Бич нашего времени. Сколько осталось препаратов для ВИЧ-инфицированных в Омске? И почему чиновники не видят ничего плохого в том, чтобы прервать лечение смертельно больных людей? Расселили и забыли. В Омске десятки домов, которые должны снести, продолжают стоять без охраны. 12-2 определяют. В Омске одобрили новую схему, по которой будут выбирать мэра города. Начнем, пожалуй, с самого резонансного события недели. Вряд ли оно оставило равнодушным кого-то из-за мечей. 40-летний мужчина убил свою гражданскую жену, ее 14-летнюю дочь, а затем выбросился с 9-го этажа. Как рассказала подруга погибшей, женщина накануне призналась своему сожителю в измене. Это стало причиной ссоры, а затем и убийства. Добавлю, мужчина ранее отбывал наказание за разбой. К другим темам. Сергей Селиванов, ранее постоянный участник митингов и пикетов в Омске, а теперь живущий на Украине, требует деньги с правительства Омской области, угрожая обнародовать некий компромат на Виктора Назарова. О чем идет речь, можно только догадываться, ведь опубликовать даже часть его беглый оппозиционер не спешит, поскольку, цитирую, «немножко другими проектами на сегодняшний день занимаюсь». Конец цитаты. Губернатор не стал дожидаться и написал заявление в полицию. Возбуждено ли дело, правоохранительные органы не комментируют. На этой неделе в Горсовете принимали новую схему выборов мэра. Без споров не обошлось, некоторые из депутатов даже предлагали саботировать принятие решения, объясняя это тем, что большинство в комиссии – люди, которых определит губернатор, значит и кандидаты в итоге будут угодны главе региона, а не те, кого, по их мнению, хотят видеть люди. Однако в итоге новую схему все же приняли. Итак, теперь мэра будут выбирать не все жители Омска, а только 12 человек. Комиссия, в которую войдут 2 почетных жителя города, их назначит председатель Горсовета, 4 депутата, по одному от каждой фракции, представленной в городском совете, и еще 6 человек, названных губернатором. Эти 12 из предложенных кандидатур на кресло градоначальника определят 2. И уже из их числа мэра выберут все депутаты. Победитель должен набрать минимум 21 голос, то есть за него должно проголосовать большинство. Иначе выборы будут признаны несостоявшимися. Имена членов комиссии станут известны до 22 февраля, а мэра выберут до 11 мая, за 2 месяца до истечения полномочий Вячеслава Двораковского. Своих кандидатов на пост мэра уже назвал губернатор. Их 3. Это генеральный директор Омского водоканала Сергей Шелест, управляющий Омским отделением Сбербанка Игорь Меркулов и министр природных ресурсов Александр Винокуров. Их кандидатуры отправлены на согласование в администрацию президента. Однако первый из 3 претендентов уже заявил, что мэром быть не хочет, таких амбиций у него нет. Хотя, отметил Сергей Шелест, участие в конкурсе для него почетно. А вот 2 других от борьбы за кресло градоначальника отказываться не стали. Правда, если министр Винокуров попросил не спешить с прогнозами и не исключил, что может не пройти согласование, к примеру, из-за лишения прав за превышение скорости, то Сергей Меркулов был сдержан, по сути, лишь отметив, что ему приятно оказанное доверие. Ну а еще губернатор поделился с журналистами тем, что его беспокоит. Оказалось, что наибольшее впечатление за последнее время на него произвело, чтобы вы думали, изменение тарифов ЖКХ. Как признался Виктор Назаров, он не ожидал увидеть такую сумму. В строке за общедомовые нужды она у главы региона выросла в 2 раза. Как заявил Виктор Назаров, цитирую, «сам обалдел, когда получил квитанцию с ОДН». Кстати, нормативы ОДН в Омской области распорядился проверить министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. Глава федерального ведомства удивился тому, что норматив расходов на электроэнергию в 9-этажном доме в Омске в 2 раза выше аналогичного в Новосибирске. Утвердить обновленный норматив должны были к лету, но сейчас Минстрой призвал регионы темпы ускорить. Следить за ситуацией будут территориальные отделения госжилинспекции. А вот прокуратура начала проверять аварийные дома, которые расселили и должны были снести. Таких в Омске десятки. Один из них на неделе рухнул. Хорошо, что рядом никого не было. Демонтировать такие здания чиновники не спешат. Почему им невыгодно торопиться, выясняла Тахмина Тынысова. Мужчины то с санками, то на машине. Кирпич, дровишки. Чуть ли не каждый день. Галина Остроухова вспоминает, за стройматериалами неизвестные приезжали сюда, как на работу. С утра и до вечера разбирали пустующий 2-этажный дом. Растаскивать начали с середины. Там здание и обрушилось. Мы сели кушать, и как дом затрёсся, прямо как будто это землетрясение вроде бы как. Ну, мы сразу подумали, что эта крыша рухнула, потому что уже и ждали, что она рухнет. И говорили ребятишки, вот, мимо бегают, же и в школу, и все.
говорили, подальше ходите. Это сейчас разрушенный дом круглосуточно охраняют полицейские, а раньше в здание мог попасть каждый. Хотя ограничить доступ в аварийное строение должна была городская власть. Это ответственность департамента имущественных отношений. В любом случае должна быть обеспечена безопасность на объекте, должен быть огорожен этот объект, не должно быть никакого допуска граждан к нему, и, соответственно, безопасность должна обеспечиваться. Потому что аварийный дом как раз и предполагает то, что он может в любой момент каким-то образом рухнуть или причинить вред здоровью и жизни людей. В этот раз обошлось без жертв. По словам очевидцев, за несколько секунд до обрушения из здания успели выскочить двое мужчин. Чтобы убедиться, не остались ли там другие люди, спасатели разбирали завалы до утра. Ежегодно городской список аварийных и уже расселенных домов пополняется десятками объектов. Следующий этап – снос. Но на практике получается, что о старых домах просто забывают. К примеру, этот дом расселили еще в 2014 году. Прошло 3 года, но к демонтажу даже не приступали. Только местные жители разобрали полы, вынесли окна и двери. И таких нежилых, но опасных объектов только по официальным данным в городе 137. На снос необходимо около 30 миллионов рублей. Но из городского бюджета выделено всего 560 тысяч. Проблема не только с нехваткой денег. Чиновникам просто незачем торопиться. Действующее законодательство не устанавливает конкретных сроков, в течение которых данный дом должен быть снесен. В связи с чем возникают многочисленные споры, связанные с тем, что аварийное жилье угрожает жизни и здоровью граждан, либо в нем проживающим, либо просто находящимся непосредственно вблизи от них. Поэтому чиновники ждут. Может, здание само развалится, а может, простоит до того, как сменятся ответственные за его снос. Между тем, за демонтаж аварийного дома можно вообще не платить. Бизнесмены, которым нужны стройматериалы, только в прошлом году разобрали 40 домов. Вот такой щебень получается. Бетон. Из чего? Это бетон. Вот эти огромные глыбы мы закладываем в дробильный комплекс и получаем вот такой щебень. Ну, кирпич немножко материал помягче, но он все равно востребован. Тем более, особенно вот в весенние и осенние периоды, тогда, когда идет грязь. Бревна и доски деревянных домов никому не нужны, поэтому они рушатся и горят. И нет гарантии, что в следующий раз обойдется без человеческих жертв. Тахмина Тынысова, Алексей Попов, Константин Демиденко и Антон Щетинин. Омск здесь. При этом на охрану зданий в этом году выделено 5 миллионов 390 тысяч рублей. Этих денег хватит лишь на 10 домов. А остальные объекты, как нам рассказали в департаменте имущественных отношений Омска, сотрудники бюджетного учреждения Центра содержания и хранения имущества периодически объезжают, якобы за свой счет. После рекламы расскажем о том, как уберечь детей от групп смерти и почему в Омске ВИЧ-инфицированным может не хватить необходимых лекарств. Оставайтесь на продвижении. HBIP. Город звучит. Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. Слушай себя. Двух омских школьниц на этой неделе вытащили из групп смерти. В соцсетях их принуждали к самоубийству. На руке одной из них мать заметила странный символ. Девочка объяснила, нанести его посоветовали виртуальные друзья. Женщина проверила сообщение, оказалось, ее дочь заставляли покончить с собой. Откуда возникли группы смерти? Кто может стоять за их организацией? А главное, как вовремя распознать беду и уберечь ребенка? Об этом мы поговорили с врачом-психотерапевтом Дмитрием Четверяковым.
Дмитрий Владимирович, если говорить вообще о происхождении этих самых групп смерти, наверняка ведь они появились не вчера. Откуда это вообще явление пошло? Вы знаете, явление стремления к смерти было, есть и будет у человека. И аналогичные вещи были еще до появления социальных сетей. Я достаточно давно пользуюсь интернетом, уже на протяжении 20 лет, когда он только появлялся, эти вещи были. Но другой вопрос, что сейчас они приобрели особое социальное звучание, они распространились не на те традиционные группы, для которых они были рассчитаны, то есть в основном они были рассчитаны на наших пациентов, наших хронических психических больных, а на подростков. Почему дети, подростки, казалось бы, формально благополучные, сытые, имеющие иногда очень неплохие социальные перспективы из хороших семей, попадают в эти группы? Вот я бы выделил две основных причины. Первая причина скрыта в самих детях. Дело в том, что вот тот вот подростковый период, который является основным потребителем данного контента, он вообще в целом суицидоопасен. На этом этапе у человека еще нет в большинстве своем осознания смерти. Еще его родители не ушли, друзья не умирали. Для него смерть — это нечто там... Неизведанное. Неизведанная картинка из «Игры престолов». Вторая причина, которую я бы выделил, это все-таки отношения родителей. Родители должны стать друзьями для своих детей. Не объектом, не очередной куклой Барби, да, а друзьями для своих детей. А друг, он отличается от просто приятеля, товарища или какого-то другого человека из коммуникативного поля, что он знает, чем живет его друг. Если мы возьмем статистику, то на один завершенный суицид у подростка приходится порядка 20-30 попыток. У взрослых людей это показатель в разы ниже, то есть они чаще заканчивают жизнь самоубийством. Вот. Почему эти попытки чаще всего не заканчиваются летально и трагически? Во-первых, подросток не знает, как себя убить. Это тоже очень важно. Для этого нужен определенный жизненный опыт, чисто технически. Да? Во-вторых, обычно в силу вот эмоциональности подростков, неспособности завершать дела до конца, они на каких-то этапах пугаются и... останавливаются, да, включаются естественные механизмы жизнеобеспечения. В чем подлость вот этих групп смерти? Они ведут подростка. Я вот, ну, по крайней мере, из того, что вот доступно, да, на сегодняшний день, они начинают окучивать подростка вот на начальных этапах, пока у него еще есть какая-то эмоциональная неудовлетворенность, там нереализованная первая любовь, особенно у девочек и так далее. И они очень грамотно подводят к идеи бессмысленности жизни и необходимости уйти из этой жизни. На ваш взгляд, это похоже на почерк, не знаю, там, психиатра, психолога, НЛПшника? Вы знаете, я в силу того, что имею базовое психиатрическое образование, я не очень верю во всемирный заговор. Я верю, что есть хорошие люди, есть плохие люди. Есть люди с психическими расстройствами, очень часто с невыявленными психическими расстройствами. И не факт, что эти люди не получили специального образования. Да? И не факт, что эти люди не реализуют свои болезненные импульсы, пристрастия, комплексы таким образом. В том числе через создание групп смерти. В первую очередь через создание групп смерти. В чем уникальность интернета? Да? Он освободил людей. И хорошее освободил, и плохое освободил. И все то темное и страшное, что пряталось в человеке, и то, что он мог подавлять в силу той социальности, о которой мы уже упомянули, оно выползает в этом интернете. И можно делать это абсолютно безнаказанно. Давайте вот тезисно. Как родителям распознать угрозу, опасность, как заметить, что их ребенок, не дай бог, попал в эту группу смерти? Поинтересуйтесь, что дети делают в интернете? Какие группы он посещает? В конце концов, вещь важная. Ну, нарушите privacy ребенка. Да? Если что-то очень страшное запаролено, найдите вариант, найдите продвинутых людей. То есть самое главное – это информация. Безусловно, обратите внимание в целом на социальное поведение. Если вы видите, что ребенок стал более замкнутый, у него появились, все равно подросток, он более открыт, у него нет еще систем контроля, не так сформированы. Начинает высказывать о смерти, перестает оценивать свои перспективы. Да, к примеру, ну, там мальчик, девочка учится в 8 классе. Естественный разговор в нормальной семье, кем ты будешь, как ты будешь, каким ты себя видишь через там, 10-15 лет. Ребенок перестает говорить на эти вещи, он замыкается. У него появляются какие-то особые мысли, которые в целом не характерны для этого возраста. Снижается настроение, если вы видите какие-то проблемы с гигиеной.
знать, да? Нормальная реакция родителей в 10-х годов проверить на наркотики. Проверка чаще становится бессмысленной. Покажите ребенка специалисту. И, безусловно, если вы это увидите, необходимо обращаться в следственные органы. Безусловно, сейчас эта тема как бы в тренде. Я думаю, что здесь будет адекватная реакция. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович, что нашли время и пришли к нам. Это Омск. Здесь двигаемся дальше. В Омской области заканчиваются запасы лекарств для ВИЧ-инфицированных. Ситуация в соседних регионах даже хуже. Данные, опубликованные Росздравнадзором, подтвердили и в Минздраве России. Все дело в схеме закупки медикаментов. Впрочем, критической ситуацию в федеральном центре не считают. А вот те, кто может остаться без жизненно необходимых лекарств, думают по-другому. Дмитрий Куканос выслушал мнение сторон и выяснил, на сколько дней осталось препаратов в Омске и что грозит ВИЧ-инфицированным в случае, если прерывать терапию. Как с работой дела? На следующей неделе. Препараты для антиретровирусной терапии Денис принимает уже более 2 лет. Как и большинство ВИЧ-инфицированных пациентов, он боится перебоев с поставками лекарств. А ведь они увеличивают количество клеток, укрепляющих иммунитет. 2,5 года у меня было 70 клеток. Сейчас у меня уже 400. Это вот месяца 2 назад я сдавал кровь. У меня было 300 клеток, вот за каких-то 2,5 месяца поднялись на 100 клеток. Сейчас уже я смотрю только на свое здоровье. И я выпиваю эти таблетки для своего здоровья, потому что охота жить. В региональных центрах по борьбе со СПИДом по всей стране список препаратов за последние месяцы стал значительно меньше. Вместо привычных лекарств пациентам предлагают аналоги. Более дешевые и зачастую менее качественные. В результате некоторые пациенты вообще отказываются от лекарств. С начала этого года резко увеличился поток жалоб в общественные организации. В ряде регионов мы получали сообщения от пациентов, что им врачи вот говорят, что вы там уже давно находитесь на терапии, вы можете сделать так называемые каникулы. Но ни в каких международных рекомендациях никакие каникулы не прописаны. Пациент станет заразным, там, если говорить совсем простыми словами, да, и передать вирус дальше. Как правило, региональные Минздравы отчитываются, что сейчас лекарства получают все, кому они назначены по решению врача. Ученые такой избирательный подход к ВИЧ-инфицированным не поддерживают. Обязательно постараться в ближайшие 2 года, чтобы все ВИЧ-инфицированные могли получать терапию. Сейчас их получают всего 35%. Остальные 65% получаются, так сказать, как нелюди все равно. Перебои в поставках лекарств объясняют новой системой закупок. Если раньше каждый регион составлял заявку для себя, теперь все необходимое должно купить Федеральное министерство здравоохранения. Многие к этому не успели подготовиться. В Омске решили подстраховаться. Обязательно должен быть остаток на первый квартал 2017 года. Зная о том, что с 1 января никакие средства нам поступать не будут. Поэтому оговаривались, была оговорка Министерства здравоохранения Российской Федерации, что препараты централизованно будут поступать не раньше 2 квартала 2017 года. Мы это все учли. Чиновники призывают не драматизировать ситуацию. По оценке Ольги Голодец, лекарств должно хватить до того момента, как начнутся регулярные поставки по новой схеме. Начиная с этого года программа противодействия распространению ВИЧ-СПИДа вынесена на новый уровень. В бюджете заложены отдельной строчкой средства. Начались торги, все лекарства будут в регионах. И мы ожидаем увеличения, кратного увеличения охвата лечения больных ВИЧ. Антиретровирусная терапия обязательна для 3000 мечей. Это меньше половины от стоящих на учете пациентов. Но врачи прогнозируют, лекарства понадобятся еще 800 больным в этом году и как минимум 1000 в следующем. Запасов препаратов должно хватить до мая. Дмитрий Куканов, Сергей Степанишин, Омск здесь. Прокуратура потребовала от городской власти снести 1500 рекламных конструкций. В надзорном ведомстве считают их незаконно установленными. В мэрии говорят, что знают только о 600 таких баннеров. Впрочем, убрать и эти щиты чиновникам, если удастся, то не скоро. Мешают собственники. Почему? Выяснял Дмитрий Ковалев. То, что сейчас происходит на рынке рекламных конструкций в Омске, больше напоминает войну. Предприниматели не могут поделить территорию и устанавливают баннеры в метре друг от друга. Вот как здесь. Доходит до того, что рабочие просто не могут убрать незаконно установленные рекламные щиты. За ними следят сотрудники частных охранных предприятий.
Предприниматели отказываются демонтировать конструкции. За них это делают городские власти. В планах мэрии избавиться от 600 незаконных билбордов. Нелегальных рекламных щитов в Омске примерно в два раза больше, подсчитали в прокуратуре. В надзорном органе уверены, чиновники сносят конструкции выборочно. По официальным планам мэрии в городе должно остаться 1200 рекламных конструкций. Схему разрабатывали 3 года. Согласно документу, город поделили на 27 участков. Каждый из них выставили на торги. 20 декабря большинство самых привлекательных лотов выкупила омская компания «Диалог Авиатревел». Примерно равные части достались фирме «Дизайнмастер» и компании «СТА». Представители крупных компаний довольны результатом. Наконец-таки администрация предпринимает шаги на пути к легализации рынка. Тот актив, который мы приобрели по итогам этих аукционов, в большей степени он нас устраивает. Победители аукциона купили самые выгодные места под рекламу вдоль оживленных магистралей в центре города. Чиновники рапортуют, в 2016 году заработать на рекламе удалось больше, чем за последние 3 года. Сумма общего поступления у нас превысила 220 миллионов по итогам года. То есть сумма значительная. Понятно, что большая часть была это как раз от продажи права получена, а оставшаяся часть это уже результаты внесения платы по договорам. В результате торгов на рынке произошел передел. Прежнему лидеру, агентству «Компаньон», досталось меньше всего площадей. Теперь почти все их билборды стоят на местах, арендованных другими компаниями. Победители аукциона требуют очистить арендованные места. Надо убрать всю незаконку. Угу. «Компаньон» ли это, там, другие ли это компании, ну, абсолютно неважно. Убрать всю незаконку. Если там, ну, так получится, что это будет 80% сети «Компаньона», ну, не наша вина в этом. И не вина департамента, на самом деле, что кто-то там принял, скажем так, участие в торгах, но там не стал торговаться дальше и дальше. Аутсайдеры торгов настаивают. Новая схема размещения наружной рекламы в Омске составлена с нарушениями. Насколько нам известно, есть места, которые не согласовала ГИБДД, есть места, по которым нет возможности установить конструкцию, есть споры, когда лица, выигравшие торги, предъявляют права на те места, которые стоят либо на частных территориях, либо на местах, по которым действуют договоры. Судя по тому, что 4 рекламного агентства «Компаньон» по-прежнему стоят на улицах Омска, уходить с рынка компания не намерена. Бизнесмены обжалуют в суде несколько десятков предписаний мэрии о демонтаже рекламных конструкций. Пока идут разбирательства, чиновники щиты снести не могут, даже по требованию прокуратуры. Дмитрий Ковалев, Алексей Попов, Артак Мурадян. Омск здесь. После рекламы расскажем, как Омск отметился в Ютьюбе. Оставайтесь на продвижении. Город звучит. Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. 103.9 FM в Омске. Интернет – новая нефть экономики. Об этом в минувшую пятницу на открытии в Омске IT-форума заявил советник президента по развитию интернета Герман Клименко. Продвигать информационные технологии в регионе будут в рамках нового соглашения. Оно предполагает развитие высокотехнологичного производства, появление новых направлений обучения в вузах, в планах и построить в Омске школу, где будут учить автоматизации и робототехники. К слову, в этой интеллектуальной дисциплине на форуме соревновались школьники Омской, Свердловской, Новосибирской и Иркутской областей. Победители получили путевку в столицу на всероссийские соревнования.
В день Святого Валентина в Омске поженились 53 пары. Вечером в ресторанах было забронировано большинство столиков, а продавцы сувениров и сладостей удвоили дневную выручку. Но сейчас не об этом. Из-за праздника всех влюбленных в тени остался день рождения самого популярного видеохостинга. 12 лет назад тремя американскими программистами был создан сайт youtube.com. По легенде, один из создателей ресурса, Чад Хёрли, не смог переслать другу видео, которое снял на свой телефон. Пришла идея размещать свои ролики на едином сайте. Уже через год там было больше 80 миллионов видеороликов. Сегодня количество просмотров всех видео, размещенных на хостинге, превысило 5 миллиардов. Мы посмотрели, чем запомнился пользователям YouTube Омск, и составили пятерку самых популярных видео. Открывает пятерку ролик с акцией одного из омских центров бытовой техники. Парень по имени Алексей за 50 секунд должен был унести из магазина любые товары. Все, что он успел взять, достается ему бесплатно. Общая сумма оказалась впечатляющей – 583 тысячи рублей. А видео пользователи посмотрели 640 тысяч раз. На четвертом месте видео с гонок «Ралли Сибирь» в Омске. Один из автомобилей не вписался в поворот, и машина на большой скорости снесла судейскую вышку. Один из арбитров погиб, второй получил серьезные травмы. Это трагическое видео собрало 775 тысяч просмотров. Бронза у мультклипа «Смешариков» про город Омск, где персонажи сквозь непогоду добираются до города. Более 1 миллиона 200 тысяч просмотров. Второе место завоевал ролик на романтическую тематику. В Чкаловске сняли целующихся детей. Не обращая ни на кого внимания, на лавочке перед домом мальчишка обнял подругу и стал ее целовать. Это видео посмотрели 1 миллион 318 тысяч раз. Вы целоваться умеете? Неожиданно, но первое место завоевало видео, где измеряют самый громкий выхлоп в Омске. Несмотря на множество японских авто, на соревнованиях победу одержал ВАЗ-2101 с результатом в 131 дБ. Этот ролик собрал чуть менее 1,5 миллиона просмотров. 131! Видеоролики, которые ожидаемо должны были быть в топе просмотров, не вошли и в 50 самых-самых. К примеру, съемка во время урагана, когда ветер сдвинул с постамента шар на площади Бухгальца, посмотрели чуть более 3000 раз. И это несмотря на то, что видео показали даже по федеральным каналам. Пусть и в вашей жизни будет больше ярких и запоминающихся событий. До встречи через неделю.